В общем, я был в восторге от Израиля. Почему? Для меня Израиль, я сразу объясню, для меня Израиль — это реализация самой невероятной идеи. Я чуть-чуть теории вам сейчас расскажу. Невероятность идеи заключается вот в чем. В фразе, то есть как звучит идея. Идея создать Израиль звучала так. Давайте создадим государство вот там. Невероятность этой идеи заключается в том, что вот там их на тот момент не было. Люди не могут создать государство на территориях, где живут испокон веков, а они такие в Швейцарии собрались и такие, ебанем государство там. Я уверен, там были разговоры, типа, если ты долбанулся. И они поехали туда и создали государство, одно из самых крутых в плане экономики, медицины и науки. И это при том, что вокруг них 200 миллионов людей, которые считают, что этого государства не должно существовать. А в море еще акулы. Буквально все вокруг них хотят их съесть, понимаете? Они процветают и радуются. Они наладили крутую политическую систему, которая гарантирует сменяемость власти. Представляете? Представляете себе? Представляете себе? Вы можете себе такое представить? Это что они такое придумали себе? У них за время существования Израиля было минимум 3 президента родом из Беларуси. Это на 3 больше. Представляете?